Швейцарский блокчейн-стартап Agora участвовал в подсчетах результатов президентских выборов в Сьерра-Леоне. Правительство африканской страны использовало технологию блокчейн для повышения прозрачности выборов. Компания Agora сотрудничала с Европейской комиссией, которая помогала операторам блокчейн-узлов из Красного Креста, Швейцарского федерального технологического института и Университета Фрибурга. В выборах приняли участие 16 кандидатов. Результаты работы команды Agora в Западном округе на 2 часа опередили результаты Национальной избирательной комиссии и НПО Международного общества справедливых выборов и демократии.